Жил-был в Древней Греции изобретатель, математик, физик, ну и вообще ученый, звали его Архимед. И что бы он сказал, посмотрев на головоломки Рисон Тойс? Он бы сказал: «Ба! Так это же Икосайдер! О, а это Пентакис Додекайдер! Хм, а это усеченный куб!» Но несмотря на то, что это геометрические фигуры, которые назвал только что Архимед, это еще и интересные головоломки. Рисон Тойс – это молодая голландская компания, которой всего 8 лет, и они занимаются производством головоломок. Свободное время посвящают тому, что путешествуют по миру в поисках изобретателей и новых идей, а потом самые интересные воплощают. Так вот, узел, изумруд и судоку – это их лучшие изобретения, которые продаются уже по всему миру и в том числе в России. Чтобы играть с этими головоломками, вам не понадобится никаких дополнительных навыков или знаний, только ваша логика, наблюдательность и, естественно, время. С этими игрушками можно играть даже детям. В эти игрушки можно играть на работе, в транспорте, дома перед сном. И самое главное, что в этих игрушках есть магия. Откуда берется это волшебство, пожалуй, знает только Архимед. Но когда вы возьмете эти головоломки в руки, вам не захочется их отпускать. И вы захотите играть с этим предметом снова и снова. Подробнее о каждой из головоломок мы расскажем в наших следующих роликах.